Всем привет! С вами канал Артмания. Смотрите, из фикс прайса, поскольку нас не пускают теперь в фикс прайс, поскольку у меня нет ни справки, ни кьюрити кода, я сказала Сбермаркетом, так звали нас, вот, Сбермаркет, доставку из фикс прайса. Здесь у нас макарошечки. Моя любимая штучка. Чипсики, макароны, такие вот, такие макароны нам на пандемию, вот, арахисовая паста, не знаю, короче, мы на нее просто подсели с мужем, вдвоем, прям вообще, я заказала, по-моему, у меня здесь 10 штук должно быть, вот, там вышло, да, по-моему, здесь штук, там 550 рублей, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, подождите. Раз, два, три, 4, 5, 6. А, у нас 7, 8, 9, 10. И две вот такие. Были у меня на самом деле 6, по-моему, 5. 4 или 6, я не помню, таких заказала. Очень его прям вообще обожаю, но осталось в нашем, видимо, осталось всего две штуки, не знаю. Ну, потом еще дозакажу. Ну, и, конечно же, унитаз надо чем-то мыть. Я мою вот этим средством. Естественно, заказала его 6 штук, и две штуки у меня уже дома есть. Вот, короче, мы затарились. Затарились вот так вот на пандемию. Это только первая доставка с фикс-прайса. Потом я буду заказывать еще из ленты, чтобы нам не пришлось выходить на улицу в случае непонятно чего.